каждой скорости возрастает более 300 км в час. Это сдувает начисто. И несмотря на все твои фанфарки, быстро лечит количество. А в медицине это лучше, потому что мы сможем это видеть. Вообще то, что Светлана Владимировна сегодня есть перемене, это нужно событие серьезного масштаба, потому что вообще в России редко можно творить, скажем так, она постоянно зависит от международных соревнований, кайфер, шоу. И стала там летчиком-инструктором. А впоследствии в 95 году закончила в Калужской авиационной летно-технической университет. Те слова, которые мне хочется при этом произнести, произносить нельзя. Восходящий штурм. С 91 года Светлана Габанина вошла в состав сборной команды России по высшему пилотажу. В 93-м впервые принимая участие на международных соревнованиях, стала серебряным призером чемпионата Европы. А уже в 1998 году в Великобритании открывала авиашоу в честь 80-летия Королевских военно-воздушных сил. Надо сказать, что в Англии очень сурово относятся ко всяким таким вещам, они очень традиционны. С традициями. И некоторые вещи там были позволены только Светлане Габаниной и пилотажной группе «Русские Витязи». Витязи пролетели в свое время над резиденцией королевы матери в Шотландии, что категорически запрещено, но им разрешили. И Света выполняла в Англии те вещи, которые тоже больше никому не позволяли. Потому что это наша российская небесная валькирия Светлана Габанина! Вот такие штанги там на законцовках крыльев, вы видите, а вы их наверняка видите.
когда вот этот самокручник непонятно, что выполняет, он боком летит, потом начинает вращаться совершенно неожиданными траекториями. Так вот, я пролетел по диагнозу, недалекий человек, вчера спрашивал, Света, а что это за штаб-пробник? Это для ориентирования по горизонту и так далее, то есть, когда петлю делаешь, какие-то различные фигуры, надо смотреть вправо, влево. Это как в воздушном бою просто. Во время войны летчики получали шоу, и когда был такой случай, один из больших генералов приехал инспектировать один из авиаполков на передовой, того из фронтов, спросил, а что это у вас такие летчики роскошные, с всякими там шарфами. Объяснили ему, что крутить приходится головой, там, вы посмотрите, что она вытворяет. Аплодисменты Светлане Кабаниной! Кавалер Ордена Мужества, кавалер Ордена Почета, медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Титулов у Светланы просто... Несколько страниц. Заслуженный мастер спорта России по высшему пилотажу. Самолетный спорт. Заслуженный тренер России. Кандидат мастера спорта по спортивной гимнастике. Ну, вы можете себе представить. Кстати, наверное, в этом тоже что-то есть. Все-таки гимнастика, координация действий. И я думаю, наверное, все достижения Светланы росли вот оттуда, от спортивной гимнастики. Почетный гражданин Курганской области. При этом почетный гражданин штата Оклахома США, можете себе представить? Очень-очень ценят и во всем мире воспринимают, потому что, ну, это есть за что, есть за что. Смотрите, какие спиральки выписывают, а? Самолет, вот когда оказывается какие-то вращения, вы знаете, а перегрузки там до 8-9 единиц. Просто сумасшедшие нагрузки. Смотрите, вот если на экран посмотреть, когда это роскошная Светина шевелюра, которую она там прибирает, там туда-сюда, все равно она там все это летает по кабине. Потому что это контроль.